Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня с вами Германель Классико, замечательный Андрей Сипскана. Сегодня мы читаем рэп, наконец-то! Я представляю Амкал, да, я, конечно, бухал, но не в хлам, а только на грани. Кто не пьет, тот не играет. Почему ты не забил пенальти? Делай какую-то перемотку. Так. Монтаж. Так, сделал. Разве на это можно ответить? Я ударил, вратарь отбил. Нормальный ответ? Когда ты ударил, а вратарь отбил, это у Гуркина ситуация. Подожди, вот сейчас ты хочешь выебываться? Да. Сейчас у тебя будет шанс. А будет этот шанс, потому что прямо сейчас у нас начнется челлендж 1 на 1. Герман Эль Классико против Андрея Сипсканы и всего 3 дисциплины. Ладно, удачи тебе, во-первых. А во-вторых, давай скидываться. Я чую подвох, где он? Нет, нет, нет. Давай. Ни в коем случае. Я тебе, давай. Раз, я играю на деньги. Два, три. Вот он, ты, бля, и реально же сработал, блядь. А будет челлендж, где подкаты? Это кто? А? Это мост, блядь. Это мост. А, все. Он даже был готов побежать просто. Стой, сука! Он просто давно уехал. Я просто хочу показать, и Витыч уже готов был бежать, короче, типа, это кто? А он такой вот снимает, уже готов стартовать просто. Можно бить, да? Да. А что ты здесь это делаешь? Что ты на серии так здесь делал? По жопик можно получить, а там нет? А, подожди, стой! Поставил вот ближе. Да как? Ну, в принципе, уже не важно, я свое дело сделал. Бля, ну хорошо прям. Все хорошо. Бля, как ты был близок, а? Идеальный удар по центру, идеальный не бывает. Миша реально чаще всего прыгает наугад. Ну, по крайней мере, нас он знает, да. Три выхода один на один у тебя, три выхода у меня. Обожаю Спирикова, он просто лучший, просто машинище. Только на игре так не надо, пожалуйста, я вас умоляю. Здесь маленькие реально ворота, забить сложно. Еще мяч круглый, короче, блять, тяжело. Не, ну это красиво, это прям по делу, здесь нет вопросов. Блять, застряло, застряло. В моем очке застревает все. Панна без подбора, господа. Бля, это было охуенно. В ролике у Сиба я бы сейчас заработал сколько, 2 очка, да? Ну, такую. Да. Можно было, а тут 0, тут 0. Ну вы поняли, да, что один забитый выход уже, как я и говорил, дает все шансы, чтобы обыграть Германа Эль Классико. Извини, пожалуйста, боюсь очень. Это был замах ложный. Зажимаете нолик, а потом крестик, и все. Перекладываете и забиваете. You wait for me, wait for you, wait for me. Это тот случай, когда кипер вообще не виноват. То есть и ты все делал хорошо, да. И он был хорош. Да. Ты можешь меня сейчас хвалить пока. Хвалить тебя? Тебя хвалили в комментариях под вашим роликом. Следующий кадр. Следующий дубль. Следующий. Поехали. Кадр. А теперь, собственно, то, ради чего мы здесь собрались, это сальтухи. Первый раз надо просто ударить, чтобы он не ожидал, а дальше уже, чтобы он максимально высоко меня встречал, и это будет плюсиком. Проверим. Хорош! А, это панна была! Но он не купился, кстати. Стоял до последнего. Хорош, хорош. Он мне все хочет между ног ударить. Но это же читается. А что речь? Какая мразь, а? Я не мразь, я бомбардир. Нормально, нормально здесь. Тут даже особо нечего сказать, просто ушел под ногу, которая может пробить и катнул в дальний. Я пришел одевать гетры и делать подкаты. И гетр я уже одел. Ай, хорошо, да, да. Ну идеально положил, видел, прям хорошо, вообще. Хорошо, хорошо, правда. Ай, хорошо, да. Это легко. Момент подката. Ну, блядь. Сука, хотел сделать подкат. Надо было так изначально делать.
На самом деле для игры это самое оптимальное решение. Да, да, да. Если игры, есть время ударить, бей. Я пошел на задницу вставать. Чтобы вы понимали, он говорил только не по играм, пожалуйста. Ну что ж, все те, кого интересовал исключительно наш батл с Андреем Сибсканой, вы можете выключать этот видос. Ну а все тем, кому интересна информация про Амкалу, пожалуйста, продолжайте слушать. Во-первых, второй сезон подходит к концу потихонечку, и я хотел бы разыграть один из футбольных мячей, которым Амкал тренировался весь второй сезон. Эти мячи вы постоянно видите в наших роликах, и вот точно такой же, только еще и с автографами тех ребят, которых вы захотите. Собственно, победитель выберет, чьи автографы он хочет. Как выиграть этот мяч? Нужно просто перейти в описание под видео, подписаться на мой инстаграм, поставить лайк на последнюю фотографию и написать любой комментарий. Ну и методом рандома через пару дней я случайно выберу победителя. Следующая информация. Я уже завтра отправляюсь в Калининград заниматься организацией матчей. Весь остальной состав прилетит чуть позже, там за день до игры. И вот сейчас вы видите картинку, которую подготовила Балтика. В общем, в 13:00 26 числа. В это воскресенье, ближайшее, которое будет, всех, кто живет в Калининграде, или те, кто живет рядом с Калининградом, мы всех приглашаем на наш матч. Вход абсолютно бесплатный, и мы будем играть против команды ФНЛ. Мы, конечно, примерно понимаем, что может случиться на поле, тем не менее, это историческое событие, это сумасшедший должен быть выезд для нас, поэтому нам как никогда нужна будет ваша поддержка. И еще одна важная новость. Я прекрасно знаю, что многие из вас ждут матча Амкал против команды Тудроц, но сборная Тудроц, к сожалению, не может в ближайших числах сыграть, а сезон подходит к концу, и мы созвонились с Джекой, и он сообщил, что ни в мае, ни в июне сборная Тудроц собраться все вместе, к сожалению, не могут, поэтому матча мы провести не сможем, так что матча с Тудроц не будет, будет другая игра, но какая, где, что, лучше подпишитесь на инстаграм, на паблик, там обязательно будет вся важная информация по этому поводу. Ну а на этом у меня на сегодня все, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видосы, ставьте лайки на канал Сипсканы, Жени Спирякова тоже подписывайтесь, все есть внизу. Ну а с вами был Герн Эль Классико, увидимся совсем скоро, пока!